Я Иисуса Христа, Він є Спаситель наш, Він є Відкупитель, Він є поміч наша. І не тільки нас, які тут є зібрані, але й всіх людей, яких Бог створив по подобі образу своєму на славу свою. І тому багато людей в такий час радісний збираються, щоб подякувати Богові, поклонитися Йому і прославити Його. І це не тільки сьогодні, у 21 століття, але це за всю історію християнства. Були люди і є, які визнають Ісуса Христа як своїм Спасителем. Подивіться, що написано в Діях апостолів. Євангеліст Лука написав про це так. Тоді, коли Петро та Іван підняли чоловіка, який був хромий, який не володів ногами своїми, не міг ходити, і він просив милостині. А вони сказали, що не маємо ми ні золота, ні срібла, не маємо грошей, а те, що маємо, то даємо тобі ім'я Ісуса Христа. Він сказав, встань на ноги свої та й ходи. І після того восстали на них священники, начальники ізраїльські, тобто вся духовна світа, і запросили до себе, не тільки запросили, але й взяли їх силою, і заборонили їм звіщати про ім'я Ісуса Христа. А вони відповіли їм так. Це буде 4 розділ, 12 вірш. І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали. Ми дякуємо Богу, що це Ісус Христос, Спаситель наш, Він є з нами і нами. Так, брати і сестри? Бог відкрився нам. Він дав нам про себе знати. І апостоли сказали про те, що нема ні в кому іншому спасіння, як тільки в Ісусі Христі. Ні в яких людях, ні в яких предметах, ні в яких богах, які робили люди, тільки в імені Ісуса Христа. І тому саме і ми зібралися, щоб прославити ім'я Ісуса Христа. І не тільки прославити, але й говорити про Нього і звіщати. І не тільки на цьому місці, але й в інших місцях. Тому що тільки в імені Ісуса Христа є прощення, є спасіння, є визволення, є оздоровлення, є життя вічне. Тому і колись Христос сказав, я є дорога, правда і життя. І тільки в Ісусі Христі ми можемо зрости, ми можемо, ну, кажуть, состоятися як люди, які створені Богом по Його образу і подобію Божому. Тільки в Ісусі Христі. Тому ми, ставши, подякуємо Богу. Слава тобі, Боже, ми дякуємо тобі, що ти є наш Господь. Слава тобі, Ісус, за своє спасіння. Слава тобі за прощення, за визволення. Слава тобі, Боже, за відкуплення, яке ти звершив на Голгофі. Що ти дарував нам спасіння і життя вічне. Що ти дарував нам своє благословіння. Слава тобі, Боже. Слава тобі, Ісус. Дякую тобі, що ти воскрес із мертвих і нас воскресив для нового життя в собі, Боже. Дякую тобі, що ти послав Святого Духа, який живе в нас, Господи, на славу твою. І ти преобразив нас, Господи, в тому, щоб ми були подібними до тебе. Слава тобі, Боже, і ти навчаєш нас доріг твоїх, бо ти сказав, я є дорога. Слава тобі, Боже, і поможи нам, Господи, дивитися на тебе, Ісус, і цією дорогою, проклав для нас через своє життя, щоб ми могли, Господь, довіряти тобі, слідувати за тобою. І так, Господь, ми входимо в Твоє царство і не входимо в царство Твоє. Слава Богу нашому! Алілуя, Царю нашому, Спасителю нашому! Слава на віки віків! Хвала Богу! Алілуя! Подякуй тобі, Боже, благословен Господь і благословене ім'я Твоє. Ти є святий. Ти є праведний, Ти є любящий, добрий і благословенний, Боже. І на цьому місці ми хочемо вклонятися Тобі і воздавати Тобі славу, хвалу, Боже. Також просимо, щоб Твоє благословення перебувало на кожному із нас, Господь. Поможи нам, Боже, пильнувати в нашому серці, в наших думках. Поможи нам пильнувати на те, Господь, щоб слухати Слово Твоє, щоб нам преображатися в Твій образ, щоб міняти своє життя на славу Твою і щоб ми могли приносити добрі плоди Тобі, Боже, і цим самим прославиться ім'я Твоє. Ми за все Тобі дякуємо, Боже, хвала Тобі. Дякуємо, Господь, за кожного, хто є на цьому місці, і за наших гостей, Господь, за всіх нас, слава Тобі, вічному Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Співаємо пісню загальним співом «Утром вода встає рассвет». Thank you.
сестры, мы сейчас спаем песню заодно с пивом. Тебя хочу хвалить я пение. Хочем? Спеваем. Thank you.
Thank you.
сестри. Мы рады за каждого, кто есть сегодня на этом месте. У нас есть сегодня брат Сергей, который завітав до нас, мы его запросили. Він буде мати більшу частину нашого богослужіння, дамо йому слово. Колись до Ісуса Христа прийшли учні і сказали: «Господи, ми зустріли учнів, які твоїм іменем виганяють бісів, але з нами не ходять, і ми заборонили їм». Сьогодні ми зажили останній час, і є багато людей, які вірять у Бога. І на сході, на заході, на далекому, далекій півночі та далекому півдні, і по-різному задягаються різні традиції і різні служіння. Коли ми читаємо Євангеліє, то і в Євангелії є відпечатки традицій юдейських. І про що написано в самому Євангелії, також і в багатьох посланнях. Тому ми є раді тому, що у нас є Ісус Христос, який навчає нас своєї правди, своєї волі, і допомагає нам слідувати за ним. Сьогодні є багато людей, які вірять у Бога і в різних країнах по-різному служать Господу, але люблять Бога. І це є саме головне – любити Бога і виконувати Його волю. Пам'ятаєте, до Ісуса Христа одного разу були підійшли учні і сказали: «Тут є матір твоя і браття твої, і хочуть говорити з тобою». А Христос чомусь не побіг одразу до них, а повернувся, оглянув і каже: «Оце мої брати, сестри і мама, це ті, хто виконує волю мого Отця». Тому, брати і сестри, то є і брати, і сестри, хто виконує волю Отця Небесного. Тому хай Господь поблагословить нас. І саме перше, це є Слово Боже, істина Божа, якої ми повинні триматися. І тільки Слово Боже, яке є сам Ісус Христос, який сказав: «Я є дорога, правда». І спочатку написано в Євангелії від Івана, що спочатку було Слово, і Слово було Бога, і Слово було Бога. Тому хай Господь допоможе нам чути Слово Боже, яке Господь поставив до нас, яке прийшло до нас. І тільки це Слово Боже, як Конституція Божа, вона може нас підпорядковувати під свої закони, правила, волю. І Бог, саме головне, що любить усіх нас. І Він прощає нам. Слава Богу, брати сестри. Ми приходимо в покаянні перед Ним. Тому, брат Сергій, будь ласка, вам даємо слово. Хай Бог благословить вас і укріпить вас. Слава Ісусу Христу, слава нашому Спасителю, Господу, Богу. Всех вас приветствую именем Господним и очень рад тому, что сегодня мы собрались здесь во имя Христа Иисуса, во имя Господа нашего. Я был рад послужить словом и свидетельством в пятницу здесь, в этом зале, здесь, в этом храме. Хотя было гораздо меньше было людей, но, в общем-то, послужил свидетельством, словом. И вчера начал семинар также в Изнице, в селе, там в Таборе проходит семинар. Вчера было начало, сегодня продолжение. Добро пожаловать всем в 16:00. Тема «История христианства», «История церкви». Но получилось так, что вчерашний вечер, это было как бы больше, да, из Слова Божьего, из некоторых притч, вводная в историю христианства. Сегодня, наверное, даст Бог, поработаем с деталями истории христианства. И Господь сказал, что «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И Ему вся слава и хвала. И действительно, церковь Божья неодолима, потому что Он победитель, и потому как и мы победители. Слава Иисусу Христу! И, братья и сестры, я благодарю Бога за Слово Его. Привет вам большой передаю сразу, чтобы не забыть. От нашей церкви, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, от наших священнослужителей, реформаторов, обновленцев, от моей семьи, также вам привет всем огромный. Я первый раз здесь, знаете ли, и моя семья еще тоже не была еще здесь ни разу, вот, но я уже и фотографии там выставляю, и пишу им, что здесь очень красиво, очень хорошо.
Знаете ли, Бог вам, на самом деле, вас Бог как-то особенно любит, наверное. Вы какие-то такие особенные люди, потому что вам Бог дал такую землю, что, скажу, ну, это надо ценить. И я вижу, вы цените, слава Богу, потому что вот все, где мы ездили, везде люди не просто так вот, ну так, наплевательски относятся. Нет, слава Богу, хорошо возделывают землю, заботятся, строятся, значит, сады, огороды, то есть люди как бы возделывают землю, это очень хорошо, и Бог да благословит всех вас. И также да, я сегодня даже одел такую рясу, необычную рясу, вышиванку. Знаете ли, я хочу спеть и благословить вас. В эти дни молюсь и в Киеве, у себя в церкви, в эти дни молился я. И сейчас здесь, в Закарпатье, молюсь о мире, в Украине, молюсь о том, чтобы Бог совершил чудо, послал мир народам, чтобы на нашей земле действительно был мир. Потому что, знаете ли, мы порой не понимали, что говорили старые люди, главное, чтобы не было войны. Но знаете ли, вот как бы сейчас мы видим, что такое война, хотя она на другом конце страны, и здесь сегодня не рвутся снаряды, не трещат пулеметы, но, знаете ли, осколки этой войны, они здесь, и беженцы, вынужденные переселенцы, раненые, покалеченные, изуродованные войной ветераны, солдаты, молодые ребята, погибшие, семьи, осиротевшие. Это печально. И знаете ли, в Писании говорится, что это должно быть. Но говорится также о землетрясениях, о многих катаклизмах, но говорится по местам. И я прошу Бога о милости, чтобы здесь был мир, чтобы Господь сохранил ради верности своих, ради народа своего. И я сам россиянин, и родился, и вырос в России, всю жизнь жил в России. Но Украина стала моей второй родиной. Я приехал сюда в 97 году. Вместе с семьей мы приехали в Киев, сняли квартиру, стали жить в Киеве. Я скажу, я вижу, что это была рука Божья. Я стал служить Богу как реформатор. Как именно реформатор. Кстати, вот Михаил, брат, в пятницу мне говорит, а я вас, мы еще перед собранием, а я вас видел вот недавно совсем только что, как вы видели? Я что-то не припомню вас, лицо такое памятное, я бы запомнил точно. А он говорит, а я смотрел в записи Саша Шевченко, программа «Угол», Алекс Шевченко, программа «Угол». Но это программа давнишняя уже, правда, уже почти 20 лет прошло с того времени. Значит, когда Шевченко, вот, да он был помоложе, и я был помоложе, и снимали эту программу. И я предлагаю ему, кстати, снять программу сейчас 20 лет спустя. Тоже «Угол», отец Сергий, там 20 лет спустя. О служении. Потому что многие вопросы, которые поднимались тогда, 20 лет назад, они сейчас актуальны. Очень актуальны. Что касается реформации христианства. И я проповедую на русском языке. Один раз только проповедовал на украинской мове во сне. Мне снился сон, что я проповедую украинской мовою. Это было потрясающе. Я просто у захвате. Нет, мне не хватает слов просто. Но Бог даст, я еще буду проповедовать украинскую мову. Но мне говорить проще на русском. Но молиться на еврейском, а вот именно на татарском языке. Значит, а вот именно, знаете ли, чтобы душа так вот, знаете, вот, раскрывалась как бы. А вот петь мне проще украинскую мову. Она такая певучая, такая вот у вас, знаете, вот такая вот у нас вообще. Она такая, на самом деле, как песня уже. Даже не нужно особенно даже и напрягаться. Она даже когда, если человек хорошо говорит украинскую мову, он как будто поет уже. Вот послушайте, допустим, ПДП-савочку, да, пастора. Вот послушал его раз-два, вот как будто он поет. Он просто говорит, он просто вот, ну, проповедует. Но как будто песня какая-то. И одна из моих любимых песен, которую я часто пою и так приватно, дома, и в церкви, и в гостях, это песня очень хорошего человека одного, очень верующего, Валерия Корова.
Слава Ісусу Христу! Ісусу слава! Співає вільна Україна! Що така пісня? Вся земля так довго на цей день чекала, коли не з неба чистий сильний дощ, коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню щастя заспіває хтось, і цей день нарешті до нас увірвався, він приніс нам віру в світле майбуття. Через свого Сина, всемогутній Батько, нам дарує ріки вічного життя. Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна. Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Карпат. Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна. Люди України, підіймайте руки, прославляйте Сина, він єдиний Бог, він своєю кров'ю розірвав кайдани, він достоїн слави. Ісус Христос, Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна. Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Карпат. Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна. Ісусу слава навіки, навіки. Ісусу слава навіки, навіки. Слава Ісусу Христу! И ни в ком другом нет спасения, нет другого имени под небом, как сегодня мы слышали из Слова Божьего, которым мы могли бы спастись между Богом Святым и всем человечеством и страдавшимся. Есть один посредник, великий ходатай Нового Завета, первосвященник, Спаситель наш и Господь наш Иисус Христос. Аминь. Аминь. И братья и сестры, дамы и господа, я хочу прочесть из Слова Божьего, из Марка, 12 главы, слова, наиважнейшие слова Иисуса, в 28 стихе и далее. Написано так, что один из книжников, написано здесь, Марка 12:28, написано, что слышал прение и видел, что Иисус хорошо отвечал, подошел и спросил его, Иисуса, спросил следующее, какая первая из всех заповедей? Иисус, написано в 29 стихе дальше, Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый.
И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповедей нет. Книжник сказал ему тогда, он сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душою, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». И вот дальше, в 34 стихе, говорится дальше следующее, что Иисус, видя, что Он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». Аминь. Вот этот фрагмент из Писания. Знаете, братья и сестры, дамы и господа, это наиважнейшее во всей Библии. Есть много удивительных стихов. Вчера в начале семинара я говорил о золотом стихе Библии. Да? Мы все знаем, да, золотой стих всей Библии. То есть, чтобы понять, что же Библия, что Бог через Библию хочет донести нам, через записанное это слово, мы должны уразуметь это место Писания. Если не поймем Иоанна 3:16, то не поймем ничего в Библии. Если мы уразумеем, поймем, то мы поймем всю Библию. И там написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это аксиома, это истина. И вот через этот стих понятен весь Новый Завет. И понятна вся Библия. До Иисуса Христа также многие священнослужители, многие раввины, учителя прошлого, школа Шамая, допустим, известная еще до Христа, они пытались тоже главное в Библии найти, во всей Торе, во всем Писании, во всем Откровении Божьем. Самое главное. И они говорили, я вчера тоже читал, помните, да, кто был, кстати, кто не был, не расстраивайтесь, все есть в записи, все писалось на видео, и уже все выложено в сеть. Так что уже можете наслаждаться, можете посмотреть вчерашнюю запись. Так вот, и я вчера цитировал из книги Шир Гашерим «Песня песней». И там есть такое слово, которое в оригинале звучит «Ани ле доти ве доти ли». То есть «я в моем возлюбленном», или «я принадлежу моему возлюбленному полностью», «я растворился в моем возлюбленном», а «возлюбленный мой растворился во мне», или «он мне принадлежит», и «он стал частью меня самого». То есть «я в нем, он во мне». И вот этот стих, мудрецы говорили, этой школы Шамая и других школ, что этот стих, он открывает как бы всю Библию, таинство всей Библии. То есть таинство всего откровения Бога. И это потрясающе. Мы знаем, что тайна в Новом Завете, это выражено так, что самая главная тайна всех тайн – это Христос в нас, упование славы. Это тайна, которая до сих пор, хотя уже 2000 лет она как бы явна, она не скрыта, она не в тайных книгах каких-то написана, она не передавалась как-то там на ушко, только лишь, знаете ли, посвященным каким-то особым. Нет. Она явлена была всему миру. Но, как ни странно, спустя даже 2000 лет, даже в нашу эпоху, когда космические корабли растят просторы Вселенной, и в наши дни это остается тайной. В наши дни. Самая величайшая тайна. Вчера я также упоминал вот это местописание, которое, думаю, оно очень важно, наиважнейшее. Также в Новом Завете, когда Иисус родился, Христос народился, когда Он, значит, исполнил место Писания пророческое, что Эммануэль, Эммануил, что переводится как обычно, как переводится, как «с нами Бог». Хотя вчера я убеждал народ, что лучше верить буквальному переводу этого слова «Эмману» буквально «внутри нас», «растворенный в нас» Бог. То есть Бог в нас. Не Бог с нами, а Бог в нас. Потому что рядом с нами, возле нас, близко с нами, это «этану», еврейское слово «этану». А «эману» буквально означает «внутри нас», «растворенный в нас». И вчера я проводил такой не опыт, как сказать правильно,
пример, иллюстрацию с водой. И хочу для вас, для всех тоже этот пример привести. Вода. Слава Богу, вам Бог дал здесь в Закарпатье хорошую очень воду. Слушайте, цените это. Это благословение. По еврейской традиции считается, что каждый раз, когда мы пьем воду, мы должны просто восхвалять Бога, Создателя. А другие мудрецы говорили, что человек, пьющий воду, он уже славит тем самым Бога, Создателя своего, даже не понимая того. И мы славим Создателя, и вода моим, небеса на иврите, шем моим, то есть имя, дающее воду, или же Всевышний, дающий нам воду, небеса буквально, шем моим. И очень много слов еврейских со словом «моим», оно очень много. Но самое известное «шем моим», конечно, это небеса. И вот «моим» – вода, просто вода, которая рядом со мной в стаканчике, допустим, это «этану моим», то есть вода, которая рядом со мной, она близко. Но я могу также возле нее быть, и она возле меня, и я могу засохнуть, я могу умереть от обезвоживания, если я не буду пить ее, да? Ваше здоровье. Хорошо, да. И вот когда пью воду, этим самым я, что скажу, внутри себя уже имею эту воду. Она частью меня сейчас становится, растворяется, она расходится по мне. Вот. И я частью ее становлюсь, этой воды. И вот это уже еврейское слово «эману». «Эману». Переводчики так именно иллюстрируют обычно. Вот это для удобства, для понимания, популярно. И это очень хороший пример. Но как же нам выпить Бога? Как же нам съесть Бога? Как же нам, чтобы Он внутри нас, чтобы раствориться в нас? Интересно, это таинство. Самое великое таинство. Да, дамы и господа, пусть Господь благословит нас. И, конечно, христианство есть и Этануэль, но Бог хочет таким, чтобы было Эмануэль. Чтобы было действительно Бог в нас. И пусть в наших судьбах так оно и будет. Знаете, однажды Иисус, когда беседовал с женщиной самарянкой, да, в 4 главе Иоанна написано, то Он удивил эту женщину, я думаю, она была очень удивлена, такими словами. Он сказал, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в истине. И что, наверное, еще больше Он удивил женщину эту тем, что откровением таким, что Бог ищет в себе таких поклонников. Мне очень нравится, как вот в том переводе украинском, который я себе скачал в интернете, там, не знаю, как в вашей Библии, посмотрите, 4 главе, Иоанна, интересно, вот, Оноблина переводила. Вот там написано «правное», «правное», то есть Бог жаждет таких поклонников увидеть. То есть не просто, знаете ли, Бог ищет. Мне очень нравится вот этот украинский как раз переклад. Там написано, именно Он жаждет таких поклонников, которые поклонялись бы Ему в духе и в истине. Вот как это у вас в этом переводе? От Иоанна 4 глава. И это очень важно понять и разуметь. Я думаю, большинство из присутствующих христиане, уже принявшие Христа, принявшие Бога, но если среди нас есть еще такие товарищи, которые еще не совсем товарищи, правда, да, написано? Правда. Вот интересно, если среди нас есть еще те, кто, ну, как бы на пути к Богу, то используйте сегодняшний момент, сегодняшний день, чтобы, ну, это таинство совершилось. То есть примите Христа верой. Мартин Лютер очень так хорошо говорил об этом. Он говорил, что знать, что Иисус Христос – это Господь, Бог, Спаситель, это как бы, ну, по правде. Это истина, но это не спасительная истина. Но знать, что Иисус Христос – твой личный Господь, Бог, Спаситель, твой личный Спаситель – вот это уже спасение. Вот это уже не просто истина, а это истина в тебе уже живущая. Слава Богу. Слава Богу. Вот, друзья, я понимаю, что большинство здесь уже спасенные люди, но я подозреваю, что есть среди нас еще и не спасенные люди, которые сегодня еще не знают пути спасения. Вот, и также говорю это к нашим зрителям, потому что это служение тоже пишу на видео, с надеждой на то, что многие люди будут иметь возможность посмотреть уже после этого собрания нашего,
и уразуметь, и познать Бога, будут иметь возможность. Тем более, что очень много православных христиан, мое служение, это в этом реформация православной церкви, очень много православных христиан не имеют возможности вот так вот, знаете, даже прийти сюда и послушать такую проповедь, к сожалению, к великому сожалению. Сегодня я здесь, в Евангельской церкви, протестантской церкви. У вас здесь и в Мукачево, и по Закарпатью много храмов. Даже в селе по 2-3 храма, то есть и больше даже. И это, конечно, удивительно. То есть очень народ здесь набожный. Но знаете ли, сегодня я бы с большим удовольствием, прошу прощения, конечно, за это, за такое, может, признание, но с еще гораздо большим удовольствием сегодня я бы проповедовал в каком-нибудь православном храме здесь, вашего города. Но не потому, что я вас меньше люблю, а потому что просто многие истины, которые я говорю сегодня, многим из вас они уже знакомы. Так или иначе, вы об этом уже как-то, ну, знаете. Может, чуть с другой стороны, но знаете. Но очень много народу погибает сегодня, не зная правды евангельской, правды библейской. Очень много, поверьте. И подавляющее большинство священников даже, не то чтобы народа, не то что простых людей, прихожан, подавляющее большинство даже самих священников, люди, не возрожденные свыше, не пережившие Бога, благодать Божью. Подавляющее большинство священников, с кем я пересекался по жизни, а я за эти годы, за почти 30 лет служения в православии, пересекался по жизни с сотнями и сотнями разных священнослужителей, и высокопоставленных, и обычных сельских батюшек. И сам служил, первые годы я служил традиционным православным священником. Вот 20 лет последних я уже как реформатор тружусь. А до того, до 96 года, я трудился как традиционный православный священник Русской православной церкви Московского патриархата. И начинал при патриархе Бимене служить, потом был патриарх Алексей II уже. Значит, теперь уже вот Кирилл возглавляет эту церковь. Но с 96 года я уже не имею ничего общего с этой конфессией, не с конфессией, а с этой юрисдикцией. Я вышел из нее и на сегодняшний момент являюсь реформатором. Но стараюсь нести Слово Божье. В основном меня приглашают, как вот, спасибо за приглашение, спасибо за эту возможность, братья, сестры, у вас быть сегодня, приглашают к евангельской церкви. Я использую эти приезды, чтобы молиться и благословлять, благовествовать местным православным. Вот через даже эти записи. Даже через эти записи. И через вас. Надеюсь тоже на вашу помощь. Слава. И молитвенную помощь, поддержку. Потому что я думаю, что многим из вас. И иногда без грязи проповедую. Но чаще всего я стараюсь в грязи не потому, что чтобы выделиться. Как бы, да? Иисус вообще говорил остерегаться тех, которые любят ходить в длинных одеждах. Так что будем уважнее. Да. Ахтунг. Дело в том, что там не говорится, что бойтесь те, которые в длинных одеждах ходят. Нет. Он говорил, любят ходить в длинных одеждах. То есть те, которые любят выделываться, любят показываться, любят. То есть это как бы средство выделиться из толпы, поставить себя над кем-то, самоутвердиться, религиозно поставить себя выше, быть жрецом, пастором, таким, как бы вот именно, знаете ли, звездой, как бы такой. Это грех. Это грех. Это. Старый, очень старый грех и старое проклятие народа Божьего, к сожалению. Вот, но как бы оно в разных конфессиях есть, у нас в православии это очень ярко выражено. Но для меня и для моих братьев, реформаторов, обновленцев православных, для нас рясы, кресты, там, панагии – это не средство поставить себя выше кого-то, а наоборот, это возможность послужить. То есть библейские – это как раз наша спецовка, роба. Это рабочая одежда, которую Бог дает, чтобы вот, послужить благовестием людям. Но ни в коем разе, не упаси Господь, там, поставить себя выше кого-то. Наоборот, кто хочет быть первым, наоборот, будь всем рабом, написано в Писании. И, дамы и господа, место Писания, с которого начал сегодня проповедовать, да, время течет. Знаете ли, говорит о любви к Богу. О любви к Богу и о любви Бога. И о любви к окружающим людям. Но самое интересное с того, с чего начал Иисус говорить об этой заповеди. Он начал с этого исповедания, к
которую каждый еврей произносит. «Шма Исраэль, Адонай Элохейнам, Адонай Эхад». «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь Единый». То есть с этого начала. И самое первое слово, оно потрясающее. «Шма». «Слушай». «Шма». Но в русском не так это звучит хорошо. «Слушай» по-русски можно сказать так, что слушаешь, а делаешь свою, допустим, да? Или слушаешь, в одно ухо вылетело, в другое вылетело. А «шма» не так. «Шма» означает «выслушай, согласись, раствори это и исполни». То есть «шма» это означает как призыв к действию, исполнять то, что ты сейчас услышишь. То есть это как бы как приказ, и это должно быть без обсуждения принято тобою. То есть принимаемо тобой, «шма». Это очень важно. И что же основное? Что Он, Господь, есть единый. И что дальше? Возлюби Его. Знаете ли, друзья, реформация – это возвращение, по сути, возвращение к нашей первой любви. Возвращение к Господу Богу. Вчера я говорил немного о том, что Израиль много претерпел, знаете ли, тумаков таких, претерпел очень много проблем из-за порой неверности Богу, из-за того, что начинали молиться другим богам и увлекались идолопоклонством и прочими грехами. И церковь Иисуса Христа должна быть послушной женой, как церковь повинуется Христу, Павел пишет. Знаете ли, не наоборот, не Христос повинуется церкви, церковь повинуется Христу. И это не обсуждается. Но, к сожалению, вот за нашу 2000-летнюю историю с вами, за 2000 лет этих, истории христианства, истории Церкви Христа, чаще всего церковь была очень и очень непослушной женой. Очень непослушной. Но как минимум пыталась манипулировать и, знаете ли, как вот в том анекдоте, когда, значит, муж говорит, я глава, а жена говорит, а я шея, куда хочу, туда голову верчу. То есть, как бы, вот Иисус как глава, а церковь, а я шея, я хочу туда поверну, хочу туда поверну. Или как-то там вдруг он тоже подписался, я как-то в интернете на рассылку христианских анекдотов, всяких афоризмов, там, изречений таких. И каждую неделю мне слали эти сообщения, письма эти. И вот там такую, как, ну, неканоническую притчу такую прислали. Там на небеса приходят мужчины, женщины, семьи, и встречает там Господь, как бы все хорошо, добро пожаловать на небеса. Значит, и он говорит, стоп, давайте сделаем еще один тест. Как? Давайте. И он говорит, вот слева от меня встаньте те пары, мужчины и женщины, где, значит, жены слушали своих мужей. А по правую сторону встаньте те, которые, ну, нет, по левую, где не слушались, а по правую, где слушались. И вот все пары побрели уныло туда, где не слушались. И только одна пара, значит, Петр, это, извиняюсь, не Господь, а Петр встречает, значит, с ключами, как бы. И вот, значит, и только одна пара, значит, встала туда, где слушались. И вот Петр, значит, подходит к этому, значит, мужику, значит, к этому мужчине, к брату, и говорит, брат, как у тебя получилось это все? А он говорит, я не знаю, она сказала тебе сюда, я и пошел сюда. И так, что... Ну, это уже клинический случай. Да. Ну, вот скажу так, что, положа руку на сердце, за два тысячелетия почти всегда церковь была непослушной Христу. Если честно, если так слукавить, то можно сказать так 50-50, 50-50 где-то. Но по сути, вот я разбираю историю христианства специально в вопросе послушания Христу. Ой-ой-ой. Брать хотя бы деяния те же самые апостолы, во всем ли церковь была послушна Христу? Вот первые, в деянии апостола даже. Не во всем, далеко не во всем. Было много ошибок и неправильных вещей. Вот, а потом, дальше в лес, как говорится, злее партизаны. Дальше больше. И церковь все больше и больше не слушалась Христа. И до сегодняшнего дня это продолжается. Особенно мы вспомним такие вообще, вспомним, можем, такие эпохи целые. То есть целые столетия многие, когда церковь вообще была, знаете, я не вдова, я вообще, значит, там сама, я как бы... Мне и так хорошо жила. Представляете? Как будто у нее вообще нет мужа. Вот это да. И 5 столетий назад при Мартине Лютере,
при Кальвине, Цвингли, при этих реформаторах, анабаптистах, постепенно церковь стала приходить в себя, возвращаться к целомудрию. Вот это целомудрие, славянское слово, которое сейчас очень редко употребляется в русском, но целомудрие означает цельное мудрование, то есть правильный взгляд на вещи, на все, на самого себя, на окружающий мир. Целомудрие, то есть правильный взгляд на все происходящее. Целомудренно, цельно мудрствовать. И церковь 5 столетий возвращалась к целомудрию своему. Знаете ли, процесс был очень непростой, но слава Богу, что при вот Лютере, Кальвине в важнейших вопросах сразу решили, что почем. Кто Господь, ну, как говорится, кто кому Рубинович. Сразу решили, кто же самый главный в церкви. Они сказали, Иисус Христос. Хорошо. Вот, но коли это Иисус Христос, Он Спаситель, значит, нужно Его слушаться. И от непослушания стали избавляться. Ну, сразу радикально, допустим, в чем стали как бы послушанием выражаться? Ранних протестантов особенно. В чем послушание стало выражаться? Они отказались от многобожия этого, о чем вчера я упомянул. Сегодня буду говорить на семинаре об этом. То есть молитва разного рода посредникам к Богу, молитва к Богородице, к другим умершим святым, к ангелам. Все это многобожие, вся эта ересь была просто-напросто отметена ими. То есть это вульгарные, грубые, это нарушение первой заповеди. Это вульгарные, видимо, грубые такие грехи, от которых сразу они избавились. Слава Богу. То есть Израиль то же самое. В своей истории он производил реформации. Вспомним царя Езекию хотя бы из 4 книги царств. Великий реформатор был в Иерусалиме. Написано, что такого, как он, не было царя ни до него, ни после него. Он даже не Хуштан уничтожил, медного змея. То есть он очень был радикальным реформатором. Даже ни у Давида, ни у Соломона не поднялась рука на подобное произведение искусства, как бы истории Израиля и культуры. Но он сказал, уничтожьте это, потому что это смущает Израиля, это евреев заставляет поклоняться и призывать его имя, как Нехуштана, и ходить ему. И Бог очень сильно благословил за это Езекию, иерусалимлян благословил и спас тогда евреев от разгрома, по сути полного разгрома, близкого, ближайшего уже. Так вот, дамы и господа, и Бог благословил церковь свою, вот 5 столетий пройти путь реформации. И реформация — это не выдумывание чего-то нового, это возвращение к хорошо забытому старому. И самое главное — это первой любви.